Это работники университета, ведь? Да. Ну, персонал. Комендант, вот, да, Татьяна и ее сотрудники. Давал уже комментарий этому Олегу, моему бывшему студенту. И в тот же день, почти слово в слово, таким же образом высказался председатель парламента Новороссии Олег Анатольевич Царев, что эти процессы, которые происходят в законотворческом поле Украины, для нас не интересны, не актуальны. И фактически, кроме информационного какого-то повода, никакого реального, так сказать, веса, авторитета и значения не имеет. Что там решают, что отменяют депутаты Верховной Рады соседнего с нами государства, это их личное или общеколлективное дело. Наш курс на независимость и подлинный суверенитет во исполнение воли, да, народа Донбасса, которая была выявлена 11 мая этого года в ходе всенародного референдума, остается неизменным. И ничто промежуточное, ничто половинчатое или там какое-то с особым статусом нас не удовлетворит. Только в конечном счете подлинный суверенитет и независимость. Ради этого фактически и притворяется в жизнь проект Новороссия или концепция Новороссии. Так, в конечном счете, взять под контроль народных республик, все Причерноморье и Украину фактически зажать в геополитическую такую дугу или своеобразные тиски, выйдя к дружественному и братскому для нас Приднестровью. И вот это и будет подлинное восстановление исторической идентичности Новороссии, которая действительно от Молдовы и Румынии до Таганрога и Таманского полуострова исторически, территориально и геополитически простиралась. Вот сейчас мы участвуем в современных, в новейших, как бы, да, условиях и факторах нашей жизни, участвуем в восстановлении вот этой исторической Новороссии.